Серию краж из продуктового магазина совершил молодой саровчанин. На протяжении 3 дней он воровал алкогольные напитки и стейки из горбуши. Ранее гражданин уже привлекался к ответственности, поэтому его удалось быстро опознать. Где сидит служба безопасности, смотрит камеры, у них висят уже портреты людей, которые периодически захаживают. По одному эпизоду установили личность, а дальше уже просмотром камер видеонаблюдения установили еще его эпизоды. Возбуждено уголовное дело. В дни новогодних праздников сотрудники ГИБДД перешли на усиленный режим несения службы. С 1 по 12 января зарегистрировано 6 ДТП с материальным ущербом. 12 нетрезвых водителей были задержаны в первые дни зимних каникул. Показательно была ночь с 6 на 7 число, когда за ночь, за одну, было выявлено 4 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Это уже после 12. Вот один из них повторник. Ну а выявлять мы начали нетрезвых водителей, прямо начиная с 1 числа. Первый нетрезвый водитель в этом году был задержан на улице Советской, на улице Павлика Морозова. Помогали сотрудникам ГИБДД обнаружить нетрезвых водителей жители нашего города, сообщая по телефону 60522. Еще 4 пьяных граждан за рулем дорожные инспекторы поймали уже после праздников. Екатерина Опенова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.